Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! В данном видео мы расскажем вам, как успешно пополнить торговый счет в компании Amarkets с помощью банковской карты. Итак, в первую очередь вам необходимо зайти на сайт компании Amarkets. Далее войдите в свой личный кабинет, используя ваши регистрационные данные, адрес электронной почты и пароль от личного кабинета. В левой части экрана в разделе «Ввод-вывод» выберите опцию «Пополнить счет». На появившейся странице в верхнем поле выберите ваш кошелек или торговый счет, который вы желаете пополнить. В следующем поле выберите способ Visa MasterCard, который вы видите на экране. В свободном поле укажите сумму пополнения. Мы хотим обратить ваше внимание на то, что списание средств с банковской карты при выборе данного способа пополнения осуществляется в иностранной валюте. Компания Amarkets со своей стороны компенсирует возможные потери при конвертации. По любым вопросам вы также можете обратиться в службу клиентской поддержки компании Amarkets. Для продолжения процедуры пополнения счета нажмите кнопку «Пополнить». На появившейся странице вам необходимо нажать кнопку «Submit» или «Подтвердить». Теперь укажите данные вашей карты: номер карты, срок ее действия и секретный код. После чего нажмите кнопку «Оплатить». Подтвердите оплату, указав код, который придет в СМС от вашего банка. Средства моментально поступят на ваш торговый счет, и вы сразу можете приступить к торговле. Итак, уважаемые трейдеры, из данного видео вы узнали, как успешно пополнить ваш торговый счет в компании Amarkets с помощью вашей банковской карты. Спасибо за внимание. Начните торговлю в Amarkets уже сегодня.